Фронтовые письма, документы особые. Пожелтевшие от времени треугольники, обожженные, слевшие, с пятнами крови, с выцветшим адресом полевой почты. Каким спасением они были во время войны, как ждали их. Сколько радости приносил родным солдатский треугольник, в котором иногда были всего лишь два слова «Я жив». Это бесценные документы эпохи военного времени. Около 300 фронтовых писем хранятся в фондах Череповецкого музейного объединения и будут храниться здесь вечно. Есть такое понятие в архивоведении, как запретная дата, то есть дата, раньше которой документы при наличии, да, каких-то условий, да, состояния сохранности соответствующего, мы не имеем права уничтожать. И вот, соответственно, любое полевое письмо Великой Отечественной войны, оно к таким документам относится. То есть, если вы его обнаруживаете, да, и принимаете на хранение, то дальше оно, если оно живо, если его можно, да, что называется, брать в руки, можно читать, можно каким-то образом технически обрабатывать, оно ни при каких обстоятельствах не может быть уничтожено. Для проекта «Треугольники писем военных» в фондах мы отобрали 50 фронтовых писем. Каждое письмо с невероятной трогательной историей, которая раньше была неизвестна череповчанам. Мальчишки и девчонки из 6 череповецких школ не только прочитали эти фронтовые письма, они провели поисковую работу. Узнали истории авторов писем, открыли неизвестные страницы истории Череповца военного времени. Проект «Треугольники писем военных» – это 20 фильмов и 20 аудиопрограмм. Ученики 27-й школы читали письма неизвестного солдата. Всего лишь два письма, подписанные инициалами «Л.С. ВОС» и «Целая жизнь». И сколько было таких солдат? Письма неизвестного солдата лежали в одной из папок в фонде Череповецкого музейного объединения. Ничем не примечательные листочки, чернила выцвели, почерк неразборчивый. На одном из писем кровь, то ли автора, то ли почтальона, то ли адресата. Но в этих двух письмах, на этих выцветших листочках, уместилась вся жизнь бойца, его радости и тревоги. Письма неизвестного бойца читали ученики 27-й Череповецкой школы. Мама, папа, Тамарочка, Рита, Элли, Мила, очень хочется знать абсолютно все. Как вы живете, работаете, где Сережа, что пишет. Очень-очень соскучился о вас. Тамарочка, мама, папа, милые мои, пишите все о всех подробно, о ваших радостях и невзгодах. Для меня все ценно. Эх, и соскучился я по вам. Честное слово, жизни не пожалел бы побыть у вас хотя бы день. А еще дети из 27-й школы рассказали историю череповецкой семьи Корешковых. Глава семьи сражался на фронте, а его жена Вера работала медсестрой в госпитале и писала мужу письма на фронт в стихах. Сохранилось лишь одно такое письмо. Я бы хотела письмо фронтовое послать тебе, розовое или голубое, украсить полоской у разных цветов, но нет ничего. Кроме мази, бинтов, и сшиты листочки из-под порошков. Получит их муж мой, Борис Корешков. Кадеты 28-й школы рассказали о кадете, череповецком парнишке Юрии Осовском, который был призван на фронт 18 лет, учился в саперной школе в поселке Сурок и погиб через 4 месяца после выпуска, защищая Белоруссию. В фондах музея хранятся 13 писем от Юрия Осовского маме и бабушке. Каждый раз, когда читаешь эти письма, хочется, чтобы произошло чудо, и Юра выжил. Но 14-й документ – это похоронка. Здравствуй, дорогая мама. С нетерпением жду письма из Череповца. Не знаю, когда будет тот день, когда я получу письмо. Я написал, наверное, штук 10, но сам еще не получал. Писал и бабушке, и товарищу, который живет на лесной переулок номер 6. И тебе писал, мама. Привет всем. Как здоровье? Как жизнь в Череповце? Ходят ли письма от Олега? Во всем напиши, мама. Жду привет. Целую. Юрий. 8 февраля 1943 года. 70 миллионов писем доставляли на фронт почтальоны во время Великой Отечественной войны. Каждый месяц. И почти столько же с фронта. Невидимая ниточка связывала родные сердца, разделенные тысячами километров. Письма пап своим дорогим детям читали ученики Центра образования номер 29. Здравствуй, мой маленький, дорогой сыночек Женечка. Целую тебя много-много раз. Мой дорогой Женечка, папа по тебе соскучал. Давно тебя не видал.
Скоро я приеду к тебе и расскажу про то, как мы бьем немцев. Скоро приеду, пойдем с тобой в кино, в садик гулять. Я куплю тебе хороших игрушек, лошадку. Ты будешь кататься. Миленький, люби и не обижай маму. Она у нас хорошая. Поцелуй ее. 12 мая 1943 года. Мы последнее поколение, которое видит живыми ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Аза Ивановна Федунова, ребенок войны, до сих пор хранит фронтовые письма своего отца и читает их. В гости к Азе Ивановне пришли ученицы 7-го Б-класса Центра образования номер 29. Здравствуй, Азочка, ты мне, да? Привет от папы. Желаю тебе самого наилучшего, самого главного здоровья. Жду, когда ты сама напишешь папа, хотя одно слово, я еще тогда не писала, в школу не ходила. Проси маму, чтобы она тебя научила. Люби Люсю Стасика Литу. Слушайся маму. Посылаю открытки, на обороте которой написано за то, что, за что мы сражаемся вот на этих открыточках, да? За честь жены, за жизнь детей, за счастье родины своей, за наши нивы и луга. Убей захватчика врага. Какое дело благородное, борьба с захватчиком врагом. А вы что сделали сегодня, чтобы завершить его разгром? Это вот эти на открыточке. С детьми из 30-й школы мы сняли 4 программы проекта «Треугольники писем военных». Эти программы посвящены невероятно трогательным историям детей военного времени. Детки ходили в детский сад. У одних папы сражались на фронте, а у других папы погибли. У девочки Фиры и у девочки Нины Барановой папы были живы. И тогда воспитатели стали писать на фронт письма папам от всех детей, а папы отвечать и своим детям, и чужим. Иногда такая переписка длилась всю войну. Растите, дети, учитесь. Ваше счастливое детство будем защищать до последней капли крови. Мы еще отомстим за смерть и кровь наших детей. Растите, дети. Ваши скромные подарки еще больше укрепляют силу и мощь Красной Армии. Мы знаем, что наш тыл прочен, как никогда. Ваши подарки совпали с радостными известиями Совинформбюро. В районе Сталинграда наши войска продвинулись на 60-70 километров вперед. Это, дети, начало конца фашистских бандитов. Растите, дети, будьте здоровы и счастливы, играйте и веселитесь. Пишите нам. По поручению командира, старший лейтенант Любимов, полевая почта 1972, часть 50. Но ученики 30-й школы прочитали не только письма с фронта. Они по крупицам собрали информацию о детских садах Череповца военного времени. Работали в архиве и библиотеке, читали газету «Коммунист» и открыли неизвестные страницы истории нашего города времен Великой Отечественной войны. На 1 октября 1945 года в Череповце было 17 детских садов, в начале войны – 10. Только часть из них принадлежала городскому отделу образования. Другие сады организовывали предприятия. На группу из 30-40 детей приходился один воспитатель и одна техническая работница. Детские сады работали в режиме интерната. Дети здесь находились круглосуточно. С питанием дела обстояли совсем плохо. Продуктов не хватало, чтобы накормить детей. Согласно отчету, мясо и рыбу дети совсем не получают. К примеру, детский сад номер 1 за 3 месяца недополучил 829,5 килограммов крупы, 120 килограммов муки, 77,5 килограммов сахара, 820 килограммов мяса и рыбы. Вместо сахара детям давали варенье, но низкого качества. Жители Череповца, взрослые дети помогали фронту, чем могли. На деньги, собранные со всей области, была построена целая танковая колонна «Вологодский колхозник». Деньги собирали 2 года и собрали 67 миллионов рублей. Ученики 31-й школы не только прочитали фронтовые письма, но и узнали в архиве, как жил Череповец в годы войны. Предприятия Череповца с первых дней войны перешли на новый ритм работы. К примеру, завод «Красная звезда» вел 11-часовой рабочий день и освоил производство минометов. Как могли, помогали фронту и череповецкие школьники.
Мы, учащиеся 5 класса 9 средней школы, горячо приветствовали обращение вологодских пионеров о сборе денег на танк. Вологодский пионер. Только за один день в нашем классе было собрано 50 рублей. Особенно активно участвовали Коля Соколов, Валя Веселова, Тоня Рушева. Пусть танк, построенный на наши деньги, громит гитлеровских бандитов, которые пытаются отнять у нас счастливое, радостное детство. Газета «Коммунист», 1942 год. Эвакуация людей из осажденного города – это еще одна страница из истории Великой Отечественной войны. Вывозить людей было сложно. И в эвакуации людям приходилось выживать. И выживать непросто. И об этом в программе «Треугольники писем военных» рассказали лицеисты Амтека. И не просто рассказали. Они на съемках топили печь, складывали дрова, копали картошку и, конечно же, читали фрагменты из писем. Выживали в эвакуации тяжело. В селе Камешкир Пензенской области денег не было, вещей не было ничего. Да и местное население было не особо радо эвакуированным. Народ очень неприветливый, малосознательный. К таким, как мы, относятся плохо. Вот если увидят, что человек одет прилично, то скажут: но они бари, их на квартиру пустить нельзя, за них нужно будет все делать. А если человек плохо одет, они говорят: ну они бедные, их пустишь, а взять с них нечего. Вот и сейчас мы живем на квартире, а хозяйка не разрешает самовара поставить. А вот надо было мне белье постирать, спросила я корыто, а хозяйка не дала. Так я и стирала белье не в воде, а в слезах. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. Этим проектом мы отдаем дань памяти тем, кто на фронте и в тылу приближал нашу великую победу. Наш проект вернул имена забытым участникам Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. Мы вспомнили их поименно.